Ну что ж, всем привет, друзья, с вами как всегда я, Виза. Вот и настал момент завершения операции «Сломанный клык». Все, кто хотел, получили свои наклейки, пушки и остальные награды. Что же будет дальше, давайте разберем. Операции. Операция «Гидра» началась 24 мая 2017 года и закончилась 13 ноября 2017 года, то есть продлилась она полгода. Спустя два года, а именно 19 ноября 2019 года, добавили операцию «Расколотая сеть», и продлилась она также около полугода, до 31 марта 2020 года. Люди не успели глаза моргнуть, как 4 декабря 2020 года добавили новую операцию «Сломанный клык», которая на момент записи видеоролика завтра заканчивается, 30 апреля 2021 года. Делаем вывод, что последние две операции, а именно «Сломанный клык» и «Расколотая сеть», вышли с периодичностью в один год. Возможная дата выхода. Скорее всего, нам стоит ожидать новую операцию не раньше, чем зимой 2021 года. А может быть, Valve захотят заработать и выкатят сразу новую операцию буквально через 3-4 месяца. Стоит понимать, что операции — это очень хороший способ заработать, а именно когда все границы, магазины закрыты на карантин. Особенность операции «Сломанный клык». Стоит отметить, что «Сломанный клык» — это первая операция, где игрок сам выбирает награды. Например, захотел Вася 50 кейсов, купил, продал, остался в небольшом плюсе. Захотел Петя АВП-градиент, покрутил и пососал Бибу. В этой операции мы видим очень большое количество контента, 3 новых коллекции с АК-47 рентген, М4-1С, добро пожаловать в джунгли и, конечно же, АВП-градиент. В общем, «Сломанный клык» — это пока что самая крутая операция с точки зрения заработка для обычных игроков. Вы посмотрите, сколько ферм добавилось именно с этой операции. Даже у меня есть 7 аккаунтов, на которых я полностью прошел эту операцию. Чистый профит с одного аккаунта — около 2000 рублей. Рост. Конечно же, после окончания операции все предметы будут показывать рост. И мне кажется, этот рост будет довольно-таки неплохой, потому что все наклейки получились очень даже крутыми. Чего стоит наклейка «Шрамы»? Она взлетит, это 100%, в данный момент она стоит 500 рублей, это голографическая версия, и я думаю, через год она точно даст как минимум x2. Также не стоит забывать, что после окончания операции пойдет очень резкий подъем цены, а затем также резкий спад. Это связано с тем, что игроки увидят, что все, наклейки мы больше не получим, задания мы не сможем выполнять, и начнут их сливать по заниженной цене. В это время их можно будет спокойно докупить. Скидка. Если операцию не продлят, тогда 30 апреля, то есть завтра 100% будет окончание операции «Сломанный клык», то на скидку в последний день даже надеяться не стоит. Это была первая операция, на которую не было скидки. В общем, общая оценка. Скины 6 из 10, наклейки 8 из 10, агенты 5 из 10, стикеры, отдачи и граффити 1 из 10. Это просто пиздец. В общем, операция получилась очень даже крутая. Ну что ж, друзья, большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.